Объединенная контрольная комиссия сегодня заседала 4 часа. Прогресс в работе есть. Повестку приняли, доклады военных наблюдателей выслушали. Обстановка в зоне безопасности под контролем. Четко можем констатировать на сегодняшний день, что признаков приготовления к ведению боевых действий, какого-то противоборства сторон в зоне безопасности в текущем периоде не установлено. Не обошлось без споров. Камень преткновения – учения миротворцев. Их проводят 30 лет. Раньше в совместных учениях участвовали и миротворцы Молдовы. С 2014-го перестали. Сейчас молдавская сторона против любых занятий в зоне безопасности. Почему-то сегодня молдавская сторона начала настаивать, чтобы эти занятия прекратились. Ну, знаете, как-то выглядит несколько странно. С точки зрения, вот 30 лет проводились такие занятия, тут надо ни с того ни с сего прекратить. Коллегам из Кишинева предложили вернуться к практике совместных учений. Вопрос обсудят на следующем заседании ОКК.